Гамбург, центральный вокзал. Сегодня у нас 14 марта. После обеда народ, в общем-то, как-то ходит оживленный, но в целом как бы народу намного меньше, чем в обычные дни, в обычные выходные. Но, как вы понимаете, сегодня объявлен карантин. Ну, многие плюют на это и ходят по магазинам. Сейчас мы заглянем в один из них. Сатурн. Завезли дроны, теперь можно здесь покупать дроны. Раньше у них с DJI не было соглашения, где-то месяцев 8 назад. И сейчас вот в таком, в такой комплектации представлены DJI-овские дроны. Вот, соответственно, у нас Mavic Mini по 400 идет. Mavic Mini Fly Combo, это, видимо, с контроллером за 500. Вот. Ну и понятно, народ присутствует, в принципе, в магазине. Всем пофиг на вирус. Центральный вокзал Гамбурга. Как видно, народу не очень много. Людей в масках никого нету, не видно. Что еще такого? Ну, можно наблюдать отчаянных путешественников, которые, в общем-то, за приключениями готовы жертвовать своим здоровьем и даже, может быть, жизнью. Вот. Затем, кого можно здесь еще наблюдать? То есть, таких отщепенцев и людей, которые вынуждены куда-то передвигаться по каким-то своим делам и целям. Напротив видно проходная терраса, видно, и там, в принципе, народу очень маловато, на самом деле, по сравнению с выходными, там просто вообще не протолкнуться. Ну вот, короче, добрался я до музея изящных искусств в Гамбурге, и что, пойдем сейчас посмотрим, что и как, что там у нас показывают. Опа, и все закрыто, что пишут. Так, так, так. Ага. Все, блин, сегодня закрыт. С сегодняшнего из-за распространения коронавируса музей закрыт. Вот так вот. Что делать? Народ тусует напротив, на площадке. Вот вам и все. Искусство закончилось. 4 этажа с техникой. Люди посещают свободно, там по-любому сегодня больше народу, чем в музее было бы в одноэтажном, двухэтажном. И как-то, ну, не знаю, нелогично же. А вот пацаны тащат пиво, им пофиг вообще на какой-то вирус. Все запуганы, все сидят по домам. Осталось только заглянуть в магазин. В аптеках пишут, нету масок, защитных масок. Даже чтобы уже, ну, видимо, запросами замучили, и поэтому уже как бы они написали такие на вывески, на стекла приклеили. В общем, ситуация вот такая. Да, осталось только заглянуть, соответственно, в магазин и посмотреть, что у нас там на полках осталось, что люди покупают и что есть. Что будет дальше, как вы видите, музей закрыт. На какое время, непонятно. Музей с техникой и электроникой работает, зарабатывает деньги. Продавцы на свой страх и риск, и, в общем, не показывая какой-то боязнь, с огромным энтузиазмом рассказывают про различные технические девайсы. В общем, такая вот история, что нас ждет в будущем, пока что не ясно. Ситуация нестабильна. Сделано это намеренно, и было ли это так все раздуто СМИ, ну, покажет, наверное, будет ясно через неделю, через две. Посмотрим. Ну так вот, школу изящных искусств закрыли на карантин. Вернее, с понедельника закрывается. Он там уже защита для этих придворных.
или как привратников сделали. Ну, вот так вот.